Скажите мне, у меня два вопроса. По бассейну. По бассейну. Ой, по фонтану. Первый вопрос. И баня. И баня второй вопрос. Два вопроса очень важны. Я не понимаю, кто стопорит это движение. Документы вы отправили в Кишинев. Три недели назад. Что из Кишинева? Что не подходит там? Получена техническая экспертиза фонтана, передана исполнителем. Но вчера мы получили замечание, которое никогда не требовалось, сейчас потребовалось. Проект 3D. Секундочку, Вячеслав Михайлович. Ну, мы сказали, да. Это нормально или это придирки, или что это? Ну, это... Придирки? Да, это имеется в виду... Тридимензионный. То есть никогда приходили, это не требует. Такого никогда не было. Сейчас мы согласны. Скажите, пожалуйста, Евгений Михайлович, если, значит, это придирки со слов главного архитектора, вы можете предварительно обратиться с ним вместе с уруправлением, с каким-то предварительным заявлением? Мы выполним 3D им дадим, только чтобы они быстрее и дальше шли. Так, я думаю, сейчас они потребовали 3D, завтра потребуют от вас танк. 5Я. 5Я, да, правильно. Замечания по воде, по канализации, дайте, мы уже ждем, что будут замечания. Пока нет. Они хотят что, затащить нас, чтобы мы зимой фонтан запускали? Не знаю. Сколько, скажите, сколько законы, по закону времени надо, чтобы они нам... Месяц. Сколько прошло времени? Три недели. Три недели? Техническую экспертизу. Да, там нужна была гидротехническая экспертиза. А гидротехническая экспертиза нужна на фонтан, да? Фонтана при строительстве нет. А так как у нас была реконструкция, вот это требование появилось экспертов. Хорошо, давайте еще подождем две недели. А потом обратимся в суд. Знаете, вот мне интересно, как Архиленд запустили там в каскады фонтана? Архиленд? Ну как? Да. Да. Один несчастный, три брызги. И извините меня. Ну кто-то не хочет, чтобы в Бельцах был фонтан, вы понимаете? Кто-то не хочет. Хорошо, давайте дальше. Баня и социальная столовая. Баня и социальная, два раздела они уже как бы проверили, остались. Сколько времени находятся документы в этом институте? По бане 2 недели. Сколько еще закона должны там находиться? Еще 2-3 недели. Еще 2 недели? Да. Подождем 2 недели тоже с баней. Тоже специально затягивать? Замечаний нет. Ну абсурд, вы понимаете? Абсурд полный. Для города фонтан, для города баня, для города столовая затягивают документы. Ну я бы такого, я не понимаю. Обратитесь повторным письмом, пожалуйста, что просим вас ускорить процесс проверки данных документов. Хорошо, спасибо большое. Лариса Ивановна. Я понял, что вы задержались по уважительной причине, да, я уже понял. Проверили отметки на дороге? Да, работа еще идет, мы к вам зайдем. Зайдете ко мне обязательно, доложите мне ситуацию.